Всем привет, с вами Бастей. В этом видео я расскажу о том, как взломать МК Skill 164. Многие, как я уже говорил, наверное, не знают, как это сделать. Сейчас же я вам все расскажу. Для этого нам потребуется программа МК Skill Crack и чит, который мы будем устанавливать. Для начала мы должны зайти в найти папку mkskill.ru. Сейчас я удалю прежнюю. Так, копируем ее просто. Итак, мы ее скопировали. Теперь меняем ее название на, в принципе, на какое хотите. Ну, давайте назовем вот так. .mkskill.facket. Заходим в... Заходим внутрь. Industry 164 я выберу. Bin, Minecraft ER. И запихиваем туда наш чит. Кидаем. Все. Мы запихнули все. Больше ничего делать особенного не надо. Запускаем программку. Логин вводим. Пароль. Здесь указываем имя папки, которую мы скопировали. Ну, у меня он идентично данный. Факет. Ну, после mkskill. Нажимаем Enter. Коннектимся. Так. Так как я знаю, что оно сейчас наверняка будет долго запускать клиент, я хочу вам немножко рассказать об авторе. Автор данной программки или кряка обхода — Эокрон. Ссылку на его тему я оставлю под видео. Ему говорите спасибо за столь чудный обход, за то, что вы можете поиграть сейчас с читами на данный момент. А мне можете сказать просто спасибо за то, что я вам показал. Просто за то, что я вам это показал. Вот мой канал. Много ума тут не надо. Просто берете. До сих пор долго грузит. Так, все, зашло. Давайте куда-нибудь зайдем. Давайте на LaserCraft. Зашли. Проверим наши читы. Help. Так. Ну все. В общем-то, это по идее все. Ну, давайте несколько функций активируем. Ой-ой-ой. Вот мы активируем несколько функций. Давайте. Так, куда бы нам проверить? А, вот смотрите, три блока, да, оп. Все. Ну и многие функции мы активировали. К несчастью, тут проблемы почему-то с X-Ray. Вот, видите, он руды не показывает. Беда. Беда. Ну, ставьте другой чит, в принципе. Я вам не навязываю DOS-хак. Просто говорил о нем. Ну, в общем, на этом все. Я вам показал просто, что можно обойти этот лаунчер. Автора назвал. Подписывайтесь на мой канал. Узнаете первыми о многих хаках, ходах, просто о новых играх, о том, стоит ли в них играть и тому подобное. Ведь это игровой канал. Игровой канал. Вот. Всем спасибо. С вами был Бастей.